А вы откуда? Ну, в смысле, кого представляете? Мы из здорово, классно. Вы откуда? Ну, в смысле, кого представляете? Я Шатана, нардская богиня. Здорово. На снег и дождь вызывает. И в Сибири не разговаривает. Красота. Здорово. Зимой еще бывает. Это Кузе. Кузе? Кузе. Кузе на середину. Середину. Да. Наш морозный дед из Азербайджана. Вы откуда? А, я Батырсыр Капкай. С Байкальским Дедом Морозом пришел. Сюда. Тверской купец путешествий. О, я Снегурочка. Я так это подумала. Просто поиздержалась 23 декабря к 8 января. Да. Снегурочка. Подустала. Здравствуйте. Девчонка. А, загадку надо отгадать сначала. Смотри, на всех садится, никого не боится. Нет, птица. Андай, 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 гуря, 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 эже, 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 хида, 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 андай, 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 гуря, 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 гуря. Ничего не могу понять. Как сказать, я не могу.
ваши пышки? Здравствуйте. Здрасте. Вам подсказать что-нибудь? Так много? Я столько не съем. Здорово, отлично. Ходите, через буквально 40 минут он будет вообще отлично, это я делаю, шеф. Буквально 30-40 минут. Хорошо. Это будет идеальный гуляш. Мы такого еще не пробовали. Да. Если вам не понравится, я вам верну деньги обратно. Для фенингов сколько?
какая форма глютена? А вот она там, звездочка и варежка. А-а-а. Лежит и варежка. Это для такого для имбирного печенья. И сколько она стоит? 1500. Я поспила. Но она большая книга, дорога. Красный-синий, а классическая это? Не, бери. Классическая? Да. Давай все-таки нашу. Да. А будьте добры, вот такой. А какую цену? 9800. Так, ой, и это я вам можно верну сейчас. Так, красный-синий, правильно? Красный, да. Вот этот пистолет будешь брать? Смотрите, вот здесь, 250 грамм. Я не килограмм написано. Это... Тут видишь, носов ничего нету. Колбаса и курсика. Колбаса и зимбурга. Наверное, не вывозишь. А вот это вовлеком. Вот это спутники всякие, они привыкли, а я боюсь. Ребята, не забывайте иголки вставлять. Ты свою иголку тоже не забывай. С машин можно фотографироваться под елочкой с елочкой. Под елочкой с елочкой. Да, смотрите, теперь... Эти можешь пока отложить. Продолжаем делать все то же самое, но с другими листиками. Так, то есть снова берем листик, вкладываем книжечку, еще раз книжечку, обводим и вырезаем. Я еще хочу к высоту. Давай, вот так. Садись.
Ставим монету. Так, смотрим. А ну, еще один удар. Готов? Давай. И оп, еще давай. Опа!